Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас уже 28 января, и я вам хотела показать кое-какие результаты всходов семян, такие как я сеяла петунию, аквилегию и сеяла дихондру. Дихондру я сеяла методом кипятка, с кипятком, то есть сеяла ее 20 января. Кто помнит этот ролик, да? Многие писали, что, ой, наверное, это слишком жестоко, может быть, вы сварили семена. Вот, давайте я вам покажу, как они начали уже всходить. Сегодня 28-е. Так, смотрите, друзья, видите, да? Вот они, наглядно видно, дихондра начала проклевываться. Сейчас наведу, сфокусирую. Вот они, видите, как они дружненько начали сходить. Это дихондра серебристая, свисающая такая, ампельная. То есть очень-очень красивая. Мне очень понравилась она. Вот такие вот, видите, результаты. Дихондра начала всходить. Это методом с кипятком я сеяла. Так, не так давно, сейчас скажу, 11 января я сеяла аквилегию камео. Кто помнит, да, этот ролик? Вот она, пожалуйста, посмотрите, какая девочка нарисовалась дружненько. Пикировать я ее буду в фазе, когда 3-4 листочка, буду ее отдельно пикировать. Вот такая вот красотка взошла. Сегодня я сняла мешочек, но сейчас я все равно мешочек приодену, но чуть-чуть приоткрою, чтобы она уже начала дышать. Поливать лучше всего методом опрыскивателя, то есть немножко вот так вот прошли, не заливать ни в коем случае, не излейки, а вот так вот чуть-чуть. Вот такой вот сейчас уход, как нужно поливать. И хочу показать вам петунию, которую я сеяла из семян. Вот эти семена я сеяла, 4 сорта, ну так, для порядка. В основном, конечно, я занимаюсь петунией вегетативной, но есть люди, которые спрашивают обычную петунию, я имею в виду, вот которая из семян. Вот такую я сею. В пачечках, конечно, было немного. Вот, вот так вот взошла петуния. Почему я ее сеяла пораньше? Сейчас скажу. Сеяла пораньше для того, чтобы мне ее тоже немножко начеренковать. То есть, когда она будет идти в одну дудку, то есть я могу взять с нее черенки, а может быть и не по одному череночку, и тем самым мы формируем кустик, и тем самым мы берем еще и на череночек. Вот это что касается петунии. Вот такие вот всходы у меня появились на сегодняшний день, но в принципе я довольна. Единственное, что я сеяла, голубой мак, он еще не взошел и, возможно, скорее всего, и не взойдет. Наверное, все-таки срок годности у семян вышел, и поэтому как-то так. Вот такой вот вам небольшой ролик, друзья. И сегодня я еще буду сеять. И хочу сегодня посадить лаванду ускалистную. Ускалистная лаванда Прованс. Хочу попробовать еще ее посеять. Ну, вот такой вот вам небольшой ролик. Всем хорошего настроения вам. Сажайте вот такую красоту, чтобы она нас радовала летом. И, друзья, до новых встреч. Весь процесс, как я буду пикировать, как и чего, буду вам все-все показывать. И до новых встреч. Пока-пока.